Все, мы приехали в Костко. Сидоши, сейчас мы заберем очки. Та-дам! Надо карточку достать. Карточку достанем, заберем сейчас твои очки. Посмотри на меня и маму. Привет, какой мальчик хороший, довольный в очках, мой красавчик. Да, мы сегодня всем семейством приехали в Костко. Правда? Кто smaller, очки или то, что ты видишь? А мои очки. Да, они просто удобнее. Он тебе их подтянул, чтобы они крепче сидели. Ладно, пошли. Пошли, посмотрим, что мы сегодня уловим здесь интересного. Так, у меня еще сегодня есть вот эти мои равиоли есть. Но сегодня у меня время взять 8,99. Что, мне кажется, оно подорожало. Может и нет. Упаковку макаронов. Вот когда я брала ее, по-моему, в прошлом месяце. Вот беру опять. Ой. Все-таки пока что я не знаю, еще не решила по поводу вот этой белизны, хлорки этой. Прошла опять на нее, посмотрела. Что-то не решилась пока брать. Это что за макарошики такие симпатичные. 7,99. Ну, это обычные пены эти. Ладно. Мы донетали. Все дела. Ладно, пока что не буду это брать. То здесь ничего. Ладно, пошли дальше. Вот здесь за 6,99 1 литр олив брушетта топпинг. Вот наверх хлебушка, можно вот такое ставить. Это прелесть. Но я брать не буду, потому что только я буду это есть. Получается. Поэтому это брать я не буду. Но выглядит очень аппетитно в масле. На брушету, на хлебушек, кто вот, или типа как питу взять и на нее намазать. Вот интересная новинка. Liquid coconut oil. Уже жидкая. Литр 300 получается. Литр 38, 19,99. Вот я стою. Ужас. 19,99. Недешево. Так, вот у нас получается Dads, как они называются, финики, 8,79. Небольшая упаковка, здесь 800 грамм, будем говорить. Ну, попробуем взять, потому что у меня все сухости закончились. И вот эти коконаты, которые у меня были, вот эти кокосики. И вот эти предыдущие у меня закончились, которые я месяца 3 назад покупала. Возьмем эти, мне кажется, эти более мокренькие будут. Макарончики! Да, макарончики, потому что уже закончились. Что сегодня как-то не густо у меня набирается. Вот, и мы в отделе приправ. Опять посмотрю, что здесь есть такого нового и интересного для меня. Посмотрим. Картинка поменялась, мы уже с Габи. Так, я вспомнила, что мне еще нужно вот этот вот Fabric Softener, то есть смягчитель белья при сушке в сушильной машине. У меня они закончились, мне их нужно купить. Эти, получается, самый дешевый выбор. Небольшой, всего два вида сегодня. За 9,99 500 штук от Kirkland, это косковский сигначур, ихняя фирма. И другой фирмы Bounce тоже за 10,99, но здесь всего лишь 260 штук. Поэтому, естественно, мы берем без сомнений 500 штук от Костко. Пошли, Габочка. Ты поешь песенки? Давай тебя придвинем ближе сюда. Так, мама решила взять сегодня фукачу. Фукача 5,99. На нее нету большой скидки особой. Просто я хочу сделать луковый суп на этой неделе. У меня есть сыр, я купила. Возьмем еще фукачу, будет настоящий луковый суп. Вот интересно, сейчас написано, вон цена 5,99. Flaxseeds. Это лен. Семена льна, но уже перетертые. Я их хочу взять, попробовать. Их тоже абсолютно везде можно добавлять. Чья у меня подходит к концу, значит, я их куплю. Попробуем, что это и как это. Потому что у меня есть целые семена, я их не могу использовать как-то всегда. Только в выпечку получается и немножко в салаты. Короче, берем Flaxseeds. Филадельфия. Филадельфию раз в месяц беру.
И йогурты, кстати, мы взяли. 5 с чем они там стоят. Так, потом сыр я брать не буду. Мне нужно сметану возьму. 2,89 сегодня. Странная цена. Меняется. 2,89 сегодня сметана. 3,99. Я хочу взять сосиски, которые не взяла в прошлый раз. А где они в этот раз? Вот они. Да, да, это все здесь я беру. Все, беру, потому что в прошлый раз я не взяла эти сосиски за 7 с чем-то. Но здесь цена не написана, но я знаю, что они стоят 7 с чем-то. Сосиски я беру. И колбаса. Где колбаса? Колбаса какая? Я беру колбасу. А где колбаса? А, я думала, что ты слышишь. А, вот она колбаса. Она же 9,49. 9,49. Вот. А, что, Костя? 7 с чем-то они стоят. Я в прошлый раз их не взяла. Это хороший дил. Какое количество. И колбаска. Вот что, Костя? Не, масло нам не нужно. Здесь дорого масло стоит. 2,95. Ой, мамаш, дешево. Так это остатки какие-то стряну, все разорванное. Разницы никакой. Просто я тебе рассказываю, почему оно столько стоит. Пошли дальше. Так. Орденик получается 7,99. Корн я беру. Сколько его здесь? 2,5 килограмма. Ой, сильно. Вот он. Корн. Беру с собой. Вот. 7,99. Так, молоко. 4,25. Беру молоко. Обычная цена, как и в обычном магазине. 4,25. Здесь другое молочное, но нам не надо. А также вот мои красавцы тут стоят. А? Да, я возьму его, возьму. Вот 10,99. Возьму. Я редко беру, но возьму. Я очень люблю вот этот вот базилик песто для просто и для бутербродов, и для макаронов. Вот как раз это супер блюдо будет, да, Эдоша? Не-не, такая же, как была. 630 грамм. Здесь 425 миллиграмм стало. Она, мне кажется, маленькая стала. Миллиграмм, 630. Нет, такая же, если она была. Всегда была такая. Ой. Он вот? Это зажирно будет. Я потом тошнить буду, потому что это очень-очень фет. Много фета там. Так, сегодня возьмем творог. Коттедж чиз 9,99. А я не брала уже его давненько. Два раза точно уже не брала. Вот, возьмем. Здесь у нас по 500, каждый брусочек по 500 грамм. То есть килограмм, 10 долларов. Так, сегодня возьмем мясо. Возьму говяжий фарш упаковку. Напоминаю, килограмм стоит 8 долларов, 7,99. И в каждой упаковке в среднем около 3 килограмм. Вот, так что возьмем мясо. Обязательно я беру, если говяжий, всегда обязательно беру свиной. Но не обязательно, когда беру свиной, то беру говяжий. Сегодня возьму и тот, и другой. Так, ну что, опять возьму 3 курочки у нас. Трио курей. Такие средненькие возьмем. Опять наварим бульон, разделаем. В этот раз я и крылышки оставлю, я забыла зачем. Но помню, что потом вспомню, скажу. Хоть я его не очень люблю, что-то не настраивается. Но возьму, наверное, сегодня вот этот вот индейку, фарш индейки. Да что такое, настраивайся. Вот эта упаковка стоит 20 долларов, здесь 2 килограмма. Здесь 4 упаковки. Возьму, буду мешать, можно будет на пельмени, на котлеты и так далее. Ой, ой, все, вот 3 вида мяса и взяла. Так, ну что, вот у нас и рыба, вот наш соломончик. Значит, смотрим. Цена. Килограмм 25 долларов, пожалуйста. Здесь килограмм 25 долларов стоит. Здесь на 30 долларов. То есть здесь еще похлеще, чем в супермаркетах. Вот так вот.
А это органический какой-то соломон, как будто другой неорганический. Так, здесь получается $35 за килограмм вообще. $35 за килограмм. Ужас. Так, как же наша семья без банана бред за 5,99? Возьмем мой любимый салат за 6,49. Sweet kale salad. Его по-разному называют. Продукт, значит, 7 superfood салат, kale салат. По-разному он называется, но я его очень люблю. Он уже идет приправленный со всеми семечками. То есть он не приправленный, в отдельном пакетике и все есть. И семечки, и соус. И большая упаковка, ее хватает на 2 раза для большой семьи, а для маленькой на все 3 или даже 4. Так, Red Delicious, яблочки 5,99, берем. Хлеб, вот 3,99 сегодня, хотя в прошлый раз я брала дешевле, как-то цена варьируется все время. Так что берем хлебушка. Вот это мне очень нравится лампа, $129, вот в ванну, очень красиво, но здесь не видно так хорошо. И вот это для кухни над барной стойкой красиво вешать, $89.99. Ну, довольно плоские лампы. Но здесь нехорошо видно, вот здесь может быть видно лучше, на коробке. Хороший цвет, просто ты хочешь, там есть темно-синий и голубой. Костя смотрит себе футболку Томми за $13. Сейчас просто летние футболки от Томми Хилфигер. Габи, пожалуйста, здесь грязно, не надо это поднимать. Выбирает сейчас. Вот. Кофточку, футболочка. $13. Костя выбрал, он пошел еще таблетки покупать. Здесь мы по рецепту, здесь аптека, можно еще таблетки по рецепту свои забирать. Так Костя пошел забирать, а я пока здесь в кассе. С продуктами. Посмотрим, насколько сегодня. Так, вот это, конечно, оригинально. Я уже раскрыла. Они очень вкусненькие на вкус. Flex seeds. Именно я хотела перемолотые, потому что вот у меня не перемолотые, просто целые. Они, как я говорила, в выпечку, иногда в салаты. Вот у меня вот такие были обычные flex seeds. Вот, а это перемолотые, значит, и очень... канадского производства. Очень приятная упаковка. Здесь кило 200. Стоило это почти $6. Ну здесь и омега-3, и, в общем, куча всего. Вот, написано, что, естественно, можно их и в разные смузи давать, и в сириалсы ваши добавлять, и в тосты, и в панкейки, и фрукты, если вы какой-то делаете микс, салат, и в йогурт, и в мороженое, и в крем-чиз, и что на у нас кранчи-ланч, в салат, и в супы, и в подливы, и в мясо, и в суши, и даже в стир-фрай, да, вот этот весь, и в разные макалочки, дипс, которые, фиш, о чикен коттинг даже. Так, дальше что у нас еще есть? Great and all types baked goods. То есть в любой выпечку. То есть, ну, примерно везде, где ваша фантазия может придумать их добавить, можете добавлять. Так что это будет у меня вместо приправы, будем говорить так. Начнем еще их добавлять, потому что все-таки зима. Хочется какие-то дополнительные ингредиенты. То есть вот, я говорю, я всегда что-то пробую новенькое. Вот. Это у меня были chia seeds, то есть они еще есть, но их чуть-чуть уже осталось. Вот, я их достаточно активно использовала. Вот их тоже практически везде можно, но не везде они, скажем так, подходят. То есть, скажем, в салате они не будут так хорошо стреться, например, как flex seeds. Я их попробую сейчас везде и буду вам говорить, где они хорошо, лучше всего мне чувствовались. И, кстати, конечно же, буду ждать ваших комментариев. Я уверена, что многие из вас пользуются flex seeds, употребляют в своем нутришене, как бы в своем питании и так дальше. Напишите, куда добавляете их вы и как вы их больше всего любите использовать. Так, друзья, день завтрашний наступил. Я вчера не успела, уже не было сил снять счет из Костка. Значит, вы видите 2 счета, потому что зеленый – это то, что я пошла на возврат и вернула, пока мы кушали сосиску. Вот. Белый – это то, что получилось в конце. Значит, конечная сумма – $232. Значит, видите, тут я синеньким для вас кое-что подписала. Значит, здесь, как я и говорила в предыдущем своем видео,
не только... Я так буду показывать, чтобы вы видели цены, хотя я снимала цены, вы, по идее, все знаете. Значит, не только продукты, есть еще и другие вещи. Я их выделила синим крестиком, видите? Для личного пользования 17,99 продукт, не продукт, а товар за 10,99, листы для стирки, для сушильной машины, и за 12,99 футболка для Кости. Если сложить эти все цифры вместе, получится еще $42, которые он топ. Да, то есть 226 минус 42 нужно было отнять, это получится то, что у нас на продукт, и тогда получается наша обычная сумма. Уже из этой суммы сразу вычти минус $12, потому что я вернула листы, вот возврат листов 12,42. Я вернула, видите, 547, один и тот же счет, вот я вернула их, пошла soft sheets, вот написано. Я их вернула, мы решили с Костей, что в сегодняшней покупке можно их не вставлять, нету срочности. У меня там, правда, ни одного листа не осталось, но я и не сушу так часто. То есть, в принципе, потерпит еще 2 недели. Максимум посушим без этих листов. Поэтому уже здесь осталось $220 футболку. Костя померил, во-первых, ее нужно будет поменять. Она ему большая получилась. Мы ее будем менять, и он еще не уверен вообще, хочет ли он ее. Он уже передумал, может, он ее не хочет. Но, в общем, смысл в том, что $220, из которых нужно вычитаем еще $30, да, то есть и получается наши $190, которые, в принципе, не так страшны. Мы все равно, как бы, практически, можно сказать, в бюджете. Так что это были наши покупки в Костко. Надеюсь, вам это тоже понравилось. Пишите ваши комментарии, рекомендации и вопросы. Пока-пока!